Несмотря на проливной дождь, почтить память павших в боях за Родину минутой молчания и возложить цветы к вечному огню пришли несколько тысяч человек. 23 февраля на воинском мемориале в Завокзальном районе прошла памятная акция, посвященная Дню защитника Отечества. В ней приняли участие глава города Алексей Капайгородский, председатель городского собрания Виктор Филонов, депутаты Госдумы, а также ветераны Великой Отечественной войны, бойцы сочинского гарнизона и юнармейцы. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, прошли во всех районах курорта.